девятки. Еще раз смотрим и наслаждаемся, друзья. И вроде немного мы успокоились, а Фулхам заснул. Вот это выстрел. А не гол ли Тура мы сейчас увидели, друзья? Просто красавец. Сильно, точно. Давид Луис. Ну и практически в девятку залетел. Практически в самое. Но поздравляем. Давид Луис, на самом деле, у него тут... ну, заслужил он этот гол. Наверное, это ему подарок за то, что произошло в матче с Манчестер Сити. Все помните Серхио Агуэро. Был инцидент на 82-й минуте полуфинального матча Кубка Англии. И когда Серхио Агуэро, в общем, очень неприятно сыграл с Давидом Луисом. Но футбольная ситуация Англии...